Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. И сегодня у нас будет челлендж 7 секунд. Привет-привет, 7 секунд челлендж у нас сегодня будет. Егор с Алисой будут соревноваться. Я им буду задавать вопросы, буду считать до 7. Ну, это как бы 7 секунд будут. А они должны будут за 7 секунд выполнить то, что я прошу. Да? Да. Ну что, приступаем? Да! Кому первый вопрос задаем? Да, давайте на Ваначу. Давай. Ваначу! Это что такое? У него были такие ножницы. А так, подожди, кто выигрывает, тому первый вопрос, да? Да. Да, и призы у нас есть. Ну, в конце, кто выиграет, тому приз. Пачка мента 45 штук мятных. Да. Или, или поощрительный чупа-чупсы. Ну, давайте, давай, кто это? Ваначу ваши. Ваначу! Так, это кто выиграл? Ну, камень и фег, короче. Егор выиграл. Почему? Нет. Ну, камень и ножницы, как? Мог ты это, а этот может. Ну, давайте заново. Ваначу! Я проиграла, Алиса первая. Так, значит, Алисе задаем такой вопрос. Алиса, скажи за 7 секунд, какие 5 мультиков ты любишь? Раз, два, Барбоскины, три, Лунтик, четыре, Фиксики, пять, Шика, шесть, папа. Семь. Алиса 4 только назвала. Ну ладно, почти Алиса справилась. Я выиграла. Ну, ты почти справилась. Нужно было 5. Вот, а ты сказала 4 за 7 секунд. Так, вопрос теперь к Егору. Вот мы ездили в отпуск на машине, да? И давай, вот, значит, в какие города мы проезжали или в каких городах ты был? Перечисли. Сколько? Ну, перечисли, например, 5 городов, где мы были или мы проезжали. Раз. Челябинск, Геленджик, Анапа. Три. Анапа, Новороссийск. Четыре. Омск. Пять. Ишим. Шесть. Ишим. Семь. Все. Я упил. Пять перечислил? Да. Да? Ну ладно. Так. Так. Ну давай теперь Егору вопрос. А почему Алиса же? Алиса? Ну да, я же сейчас ответил. Ладно, сейчас задаем вопрос Алисе. Алиса, скажи, как будет имя Егора наоборот? Андрей? Почему Андрей? Папа даже считать не начал. Ну-ка давай, я начинаю считать. Скажи имя Егора наоборот. Раз. Андрей. Два. Роги. Три. Роги. Роги, Егор подсказал. Ну ладно. Плюс-минус мы тебе ставим. Так, ну а теперь такой же самый вопрос Егору про Алису. Егор, скажи имя Алисы наоборот. Раз. Ащила. Два. Ащила, ты Ащила, поняла. Так, Егор правильно справился с заданием. Теперь вопрос Алисе. Алиса, значит, Алисе будет такой. Нарисуй Егора за 5 секунд, за 7 секунд. Вот тебе бумажка, вот тебе фломастер. Приступай. Раз, два. Егора рисуешь, Егора рисуешь. Три. 4, 5, 6, 7. Да! Показывай, что нарисовала. О, Алиса нарисовала. Молодец, Алиса, Алиса отлично справилась. Не, ну главное же. Самое почему? Главное рот и глаза и шея, да? Главное, что есть голова, шея, туловище, руки, да, и ноги. Все, все пропорции соблюдены. Да. Молодец, Алиса. Давай сюда свой фломастер. Следующий вопрос к Егору. Егор, назови за 7 секунд 5 детских игр. Пошел. Раз, стоп, два. А каких, компьютерных? Любых. Нет, ну не компьютерных, конечно. 5 детских игр. Раз, два. Ай, волейбол. Три. Ай. Четыре. Блин. Пять. Шесть. Блин, да семь. Ай, Егор.
Майор проиграл. Волейбол это не только детская игра. Еще там вышибалы есть. Фу, Егор запутался и проиграл. Не назвал детские игры. А я выиграла. Алиса пока выиграла. Почему? Так, ну пока. Вот. Нет, я имею в виду в последнем. Так, теперь вопрос к Алисе. О, Алиса, а кто тебе там помогает? Кто Фёрбик. У тебя? Фёрбик с тобой? Да. Ясно. Теперь следующий вопрос к Алисе. Алиса, ну-ка скажи, назови за 7 секунд любые 5 звуков, которые ты знаешь, которые издают животные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тот, кто крикнул, ты не считаешь. Молодец, Алиса 5 назвала. Так, крик-крик. Это прыг-прыг и зайчик. А, прыг-прыг это зайчик, да? Так. Теперь следующий вопрос Егору. Егор, ну-ка пиши за 7 секунд Алису 5 словами. Начали. Раз. Хорошее. Два. Доброе. Три. Быстрое. Четыре. Пять. Шесть. Глазастая. Какая? Глазастая. Но глазастая. Алиса у нас красивая, быстрая, сильная. Алиса, ты сильная. О-о-о. Покажи, ну-ка бицепсы свои покажи. Ну-ка, покажи бицепсы свои. Вот такие бицепсы. Это я ее научил. Да. Ну-ка, покажи, какая ты глазастая. Вот такая вот Алиса не, глазастая. Не, ну скажи, братик Егор придумал, да? Нет. Сильная такая и глазастая. Вот описал свою сестру, ну, да? Это... Красивая, сильная и глазастая, да? Хорошая, добрая. Ну, ладно, добрая, глазастая. Ладно, описал. Теперь следующий вопрос Алисе. Алиса, вот тебе это... Вот тебе набор. Делать? Да, Алиса, сделай Егору прическу, какую хочешь, за 7 секунд. Блин, да можно просто одну заколку нацепить? Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну-ка, показывай, Егор, поверни голову. Вот, три штучки. Три этих скрабика Алиса Егору успела за 7 секунд сделать. Ой, один уже отпал. Да? Ладно, ну я ладно. Это могу сцепить? А все, это уже так сцепил. Ладно. Следующий вопрос. Так. Егор, ну-ка назови за 7 секунд, какие три предмета в школе ты любишь. Раз. Писать, технологии, два. Ничего себе, Егор, так было много. Тогда давай больше. Ну ладно, все. Раз три, то три. Физра, технология, ИЗО. Ничего себе. Егор, как быстро. За одну секунду все назвал. Так, Алиса теперь. За 7 секунд, Алиса. Скажи, как звали героев мультика «Холодное сердце»? Раз. Анна. Кристоф. Олень. Три. 4, 5, 6, 7. Молодец! Алиса назвала всю... А ты что, этот мультик, что ли, смотрела? Да, она смотрела. Да, когда-то. Следующий вопрос. Алисе так сказали. Теперь Егору такой будет вопрос на быстроту реакции. Вот тебе... Чашка, вот тебе бутылка с водой. За 7 секунд налей кружку воды полную и выпей. Пошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодец. Успел. Мама. Ну, там чуть-чуть глоточек остался. Я это просто быстро сильно считал. Так, ладно, с этим заданием Егор тоже справился. Какие у нас там будут следующие? Так, теперь Алисе. Так, ну-ка, Алиса, назови за 7 секунд, каких, ну, например, каких 5 животных ты видела в сафари-парке в Геленджике. Начинай. Раз. Кролика. Два. Курсов. Три. Четыре. Лисенка.
5, 6, 7. Ну, если что. А тигра, бегемота, крокодила. Забыла? Что она? 4 животных назвала, да? Ну ладно, чуть-чуть Алиса забыла, да? Почему? Какие? Это минус. Ну, минус, конечно. Ну, так. Она и знает, наверное. Следующий. Так, ну-ка, Егор, вопрос тебе на засыпку. Ну-ка, расскажи за 7 секунд, какие рассказы или сказки ты прочитал за лето. Ну, 5 хотя бы рассказов или сказок. Начинай. Раз. Илья Муромец. 2. Три. Емеля. 4. 5. Про танки всякое там я прочитала. 6. Ну, блин, 7. Егор забыл, что он читал лето. Да, Егор так много летом читал, что забыл 5 рассказов назвать любые. Минус, Егор, минус. Ну, всего лишь. Минус, Егор, минус. Ну, всего лишь. Так, теперь вопрос... Ой, резинка улетела. Теперь вопрос к Алисе. Ну-ка, Алиса, вспомни за 7 секунд, какую игрушку ты брала на море в Геленджик. Раз. Бабиберна. О, Алиса Бабиберна своего не забывает, да? Да, только одну игрушку я брала. Потому что Алисе в машину разрешили только одну игрушку взять. И Алиса купалась с ней даже в Черном море с Бабиберной, да? Ладно, Алиса на это правильно ответила. Опять у меня резинка выжала. Так. Мне еще надо потом вот эту. Так. Ну ладно, давайте по последнему вопросу. Так, ну-ка, Егор, за 7 секунд придумай, ну или может ты знаешь какую-нибудь, за 7 секунд придумай, сочини и спой песню. Давай тебе даем, ну, 5 секунд на размышление и потом 7 секунд читаем. Ладно, 7 секунд на размышление и 7 секунд читаем. Размышляешь 7 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, Егор сочинил уже в голове у себя песню. И тогда начали. Раз. Да, маме папа помогал. Литу я читал. Полчаса я в день. 4. На компьютере 5. Играл. 6. Что там можно еще? 7. Ну все, ладно. Ну, Егор что-то там сочинил, да. Маме помогал, да, полчаса читал, целый день в компьютере играл, да? Чайник закипел, почти посмотрел, ну, короче, вот. Ну, все, это уже 7 секунд прошло. Ну, сейчас, ну, я ладно, успел. Ставим галочку тут. Ну, и Алисе последний вопрос. Алиса, за 7 секунд назови 7 фруктов, которые ты любишь. Пошла. Яблоко, апельсин, два, мандарин. 3. Макароны с сосиской, пельмени. Фрукты, а не макароны с сосиской, пельмени. Понятно, ладно, Алиса развеселила нас. Короче, с фруктами ты тут не справилась, все ты намешала, масло масляное сделала, да? Ну, давайте смотрим, у кого тут галочка у Егора. Раз, два, три, четыре, пять. 5 галочек у Алисы. Раз. Вот. А, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, 6 галочек у Алисы. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Одинаково. 1-1. Ну, ладно, значит, вот вам главный приз. Это на двоих. Это вы поделите. И... Тогда по поощрительному. А что ты себе забираешь? Это вам пополам. Я больше старался. Больше старался? Я хочу желательные резинки. Одинаково успели. Ну вот, друзья. Быстро такой у нас челлендж. Веселый, замечательный прошел. Кому понравилось, оставляйте комментарии. Ставьте большие пальчики вверх. И подписывайтесь. На канал в гостях у Лисы и Егора. Всем пока-пока! Пока.